мене, проти мене, ну. Уважаемый господин премьер-министр, дорогие друзья, коллеги, добро пожаловать в Россию, в Владивосток. Господин премьер-министр, прежде всего хочу поблагодарить вас за то, что вы приняли решение приехать и принять участие в Восточном экономическом форуме. Завтра нам предстоит выступить на пленарной сессии. Уверен, что это будет полезное мероприятие и послужит задаче дальнейшего сближения экономик региона в целом, потому что у нас очень много гостей из десятков стран. Будут наверняка полезные контакты не только с российскими коллегами, но и с представителями других государств. Ну и, конечно, я очень рассчитываю на то, что в ходе этой работы мы найдем возможности поискать пути расширения нашего сотрудничества. Сегодня оно где-то на уровне 3,5 миллиардов долларов. Но, конечно, это не может нас удовлетворять, поскольку возможности у нас достаточно большие с обеих сторон причем. Вы знаете, что мы уделяем большое внимание развитию отношений с Юго-Восточной ASEAN. Известно хорошо, что Малайзия играет в этом объединении одну из ведущих ролей. В следующем году Малайзия председательствует, насколько мне известно, в ASEAN, и мы очень рассчитываем на то, что в ходе вашего председательства нам удастся найти новые направления сотрудничества с этим быстро растущим и перспективным регионом мира. И в завершение своего вступительного слова хотел бы поздравить вас, все малазийское руководство и весь народ с национальным праздником, Днем независимости, который был совсем недавно, насколько мне известно, 31 августа, и пожелать вам и всему народу Малайзии всего самого доброго, процветания и благополучия.